В два раза снизят стоимость авиаперелетов до села Соболева. Об этом сообщили в Минтрансе региона. По инициативе правительства края на самолетах по маршруту Петропавловск-Камчатский-Соболево будет действовать сниженная цена – 3200 рублей вместо 6500. Воспользоваться новым тарифом жители Камчатки смогут уже с 9 октября. Напомним, ранее глава региона Владимир Солодов поручил снизить стоимость внутренних перелетов по Камчатке для жителей края. По его словам, это поможет положительно отразиться на внутреннем туризме.